Всем привет! Вы на канале Мото Сибирь. У нас небольшой обзорчик Эконика 007 модель. Достаточно интересный экземпляр. Экземпляр на 172 моторе, длиннобазы. Очень интересный продукт. Немного бы хотелось о нем рассказать. Так вот выглядит аппарат. Давайте поэтапно. Полноценная посадка кроссового мотоцикла. Длинное сиденье, противоскользяшка для второго пассажира. Накидные ножки имеются. Стандартный размер шин 18-21. Зад перед. 172 мотор Zonshin. Пятиступка, 21 сила. Без принудительного охлаждения. Вот она, здоровенная башка. Выемки на картере. Очень хороший конструктив рамы. Рама очень серьезная. Сделана очень грамотно и не очень тяжелая, и достаточно держит большой вес. Это большое преимущество в современных рамах. Недавно мы снимали видеообзор о, так скажем, модельке Regulmoto 003. Это прямой конкурент, хотя отличаются они между собой, наверное, все-таки у Regula Enduro посадка немножко пошире будет и более углубленная посадка. По сиденью будет покомфортней, нежели чем 007 модели. Обновленный, это 21 года моделька. По сравнению с 20 годом здесь отсутствует принудительное масляное охлаждение, масляного радиатора нету в данном моторе. Очень много было вопросов, оставлять масляное охлаждение, убирать. По моему мнению, нужно было сделать модель и с масляным охлаждением дополнительным, и без масляного охлаждения, коли как все равно там вопрос о 5000 рублей. Данная моделька в такой же ценовой категории на сегодняшний день, это 135 тысяч рублей, как и Sport 003. Но по моему личному мнению, мне данный продукт нравится больше. Сейчас разъясню почему. Во-первых, как ни крути, здесь стоит более серьезный карп. Nibi Racing 32 карп с ускорителем. И эти карбы, конечно, дают возможность при необходимости закидывать приличную порцию бенза для того, чтобы ускорение было моментальным. Карп этот тяжело среди своего бюджета надрать ему нос и предложить какую-то альтернативу. Да, будет чуть-чуть больше расходика на пол-литра, но эффект совсем другой. Также мне очень нравится прогрессия, потому что задний аморт имеет хорошие регулировки. Все регулировки имеет. Мы можем регулировать его и на отбой, и нажатие, и на преднатяг. Посмотрите на эту мощную прогрессию. Очень серьезно сделано. Мне вообще эта прогрессия симпатизирует в последнее время. У нас в пользовании на такой же прогрессии есть мод. Вот здесь регулировочку видно. Очень неплохо. Хороший маятник. Ничем, может быть, не лучше, но и да, стопудово не хуже, чем стоит у многих других версий. Достаточно мощный, большую держит нагрузку. К нему вопросов не возникает. Натяжители цепи четкие. Те же самые абсолютно колеса, что и у Regula стоят, 18-21, железяки. Просто покрашенные вот в такой вот золотой цвет.
то же самое крепление звезды, которое многим не нравится и уже хотят обновленного варианта на 6 болтов напрямую посажено. Тут как бы мнение всегда оно расходится. Все зависит от того, насколько качественно исполнена данная версия крепления задней звезды. По мне так разобрать, собрать эту конструкцию гораздо проще, нежели чем на жесткую, когда крепится. Ну и, конечно, ходят от этого колеса сами по себе спицы, живут дольше. Вот такой вот брызговик мне нравится больше всего. Такая плотная жесткая резинка, не пластик, не стучит, очень правильно и грамотно сделаны. Здесь тоже туннель полностью весь закрыт по пластику. А вот стоит такой более громкий, жесткий глушитель. Два крепления имеет полноценных. Глушитель очень неплохой, мне он очень нравится. Особенно вопрос по звуку, особенно если хотите, чтобы был характерный звук. Это вот именно этот вариант. Цепь 520, голденовская, версия Pro. Ходит неплохо, но далеко не самая дорогая. Ловушка, жесткий капрон, такой он достаточно толстенький, 6 мм, работает неплохо. Жаль, что, конечно, почему-то забыли вспомогательное колесико воткнуть. Вот сейчас это бич многих версий, доделай сам называется. Неплохие складные подножки, ножка переключения складная, очень мне она нравится, удобненькая, и складывание есть возможность. Не согнется, когда если будет какое-то падение или что-то подобного. Подножка это вообще прям очень долго служит. Раньше было дорого, очень они стоили, сейчас приемлемая цена. Также у многих версий с идентичными большими баками на 7,5 литров есть проблема, что кран находится вот где-то здесь или здесь, и вот и у многих версий так сделано. И получается, что у вас почти есть литр бензина, а толку нету никакого, потому что кран стоит выше уровня бензина. И этот литр бензина вы не используете. Здесь это реализовано полноценно. Есть, конечно, неудобный момент, когда нога стоит, и вы прижимаетесь, и вы упираетесь коленом вот сюда, чуть ниже колена. Вот это, конечно, не очень удобно, но по-другому данной модели реализовать они не смогли. Самый умный вариант, конечно, был бы, чтобы здесь было крепление промежуточное, и кран стоял бы где-нибудь вот здесь, например. Здесь бы был шланг, и шланг уходил бы уже на карп. Вот это было бы вообще четко. Но так лучше, нежели чем на многих моделях, где в где-то непонятном месте, ненужном стоит кран. Также стоят быстросъемы для ремонта и обслуживания двигателя и спереди, и сзади. Очень удобно при разборке и обслуживании мотора. Пластик очень неплохой, потолще. Уже похоже как вот на Авантисах, на Кае, Джерах. Хорошая окраска, очень прям выглядит. Пластик, если вы заметили, более современный имеет дизайн, нежели чем старые версии. Подчеркну, что очень неплохая фара. Она исполнена с диодной лампой полноценной и светит очень достойно. Также диодные поворотники имеются защита рук, но защита рук Бутафория. Плотный пластик с внутренней алюминиевой вставкой, вот ее здесь видно, но вставка не такая толстая. Здесь шестерка, хотелось бы десятку, потому что при массе мотоцикла там 120 килограмм, если он там падает или вы падаете на скорости даже средней, то 6 миллиметров маловато. Десятка работала бы вам вообще четко, хотя вот промежуточные крепления между самой защитой и рулем сделаны прям очень жестко и качественно. Здесь есть возможность регулировки по сцеплению, ход меняете. Вот эти вот ручки просто изумительно грамотно так сделаны, прям складывается в бока и регулировку имеет. Прям они мне вообще кайфово, они мне так нравятся. Я всегда думаю, можно же делать нормальные вещи, когда захотят. Здесь то же самое, передние тормоза такая же абсолютно против падения складывание имеется. Прикольно сделано. Конечно,
в этом бюджете не было возможности сделать переднюю вилку с полноценными регулировками. Ничего не поделаешь, потому что вилки с регулировками нормальные стоят в 2-3 раза дороже. И здесь, в таком бюджете, это просто нереально было сделать. Также имеется багажник. Багажник, причем под полноценное подкрепление полноценного кофра. Есть возможность установки. Выход под рамку номера тоже имеется, хотя нету металлической перекладины. Стоп, поворотники тоже диодные. Очень все аккуратненько сделано. По тормозам вопросов тоже не возникает. Двухпоршневые и перед, и зад нормально работает, прогнозируемо. Не один раз максимально можно оттормозиться. Вот такой вот красавчик. Всем советую. На сегодняшний день, если у вас рост не меньше, чем 175 сантиметров, а высота посадки это 92, удобно людям 1,85 идеально, но и эта модель подходит для особо рослых людей, там 1,90, 1,95, эксплуатировать ее тоже с удовольствием можно, как ни крути. Для подписчиков нашего канала у нас также, как обычно, всегда есть скидка, 5000 рублей в заводской упаковке, предоставляются скидки для подписчиков, отправляем абсолютно в любой регион, на самых выгодных условиях, коробка компактная, и за нашу скидку доедет хоть куда фактически, в любой регион нашей необъятной родины. Абсолютно идентичный спидометр, строка приборов, сейчас в очень многих версиях применяет его, грамотно выведен сбоку замок зажигания, очень удобно, руль переменного сечения, цвет мед, длинные подставки, но удлинить вот, по моему мнению, проставки тоже нужны, хотя бы сантиметров 5. Защитная перекладина имеется. Зеркала здесь уже более имеют длинную ножку и такие размером побольше. Удобнее смотреть при метре. У меня рост 1,80 м. Мне вообще удобно и проставки не нужны. Но если выше, чем 1,80 м, можно сантиметров 5 еще добавлять. Ручка газа короткоходная, крепление. Подшипники сделаны очень четко, плотно все садится, ничего не болтается. Гайка жесткая снаружи. Мы тут, когда собирали конструкцию, также откручивали, смотрели, что там происходит. Вот, поэтому траверса прикручена очень неплохо. Нижняя часть жестко сидит, и при этом руль вращается, хоть пальцем его вращаем. Мне вот это очень нравится. Особенно в этих последних мотоциклах, там последние 3 года этот вопрос грамотно реализован в мотоциклах. Вот такая вот интересная конструкция. Если у вас бюджета не хватает на более дорогие версии, то я думаю, что-то подобное будет просто спасением в этом классе. Классе кросса, или кто-то говорит, это все равно эндуро там. Называйте его как хотите. Он идет с ПТС, с возможностью регистрации. Можно передвигаться как по дорогам общего пользования, так и вне дорог общего пользования. Вот такой вот красавчик. И, кстати, нужно подчеркнуть, что интересный стал дизайн у иконики последние 2 сезона, особенно в этом году все обновленные версии, очень обновленный пластик, очень интересно смотрится, а также очень интересная веселая раскраска, нет таких каких-то идиотских тупых цветовой какой-то гаммы, которая непонятно как сделана. В эти последние 2 сезона иконика добавила, в первую очередь, конечно же, в качестве начала, дошло до нее, что люди не хотят покупать только самые дешевые мотоциклы, которые сделаны из риса, но хотят покупать вещи, которые будут отвечать прямым требованиям. И последние 2 года реализуют эти модели, работают над ними, и они имеют успех. В начале своего пути, там 5-6 лет назад, немножко, я думаю, подпортили они картину, реализовывая самые дешевые бренды, самые дешевые комплектации, лишь бы было тупо просто дешевле, и себе репутацию этим испортили. Сейчас обратная абсолютно картина, поняли, что чтобы долго жить на рынке под каким-то брендом, надо вкладываться в бренд и пытаться делать хорошую цену и достаточно качественный продукт. Вот сейчас мы это реально видим, особенно в последних версиях 2021 года.
В общем, всем советую. Мне моделька эта очень понравилась, честно говоря. Особенно, если у меня не хватает бюджет на более серьезные версии, там, которые стоят уже свыше 170 тысяч рублей. Спасибо, что были на нашем канале. Поделитесь этим видео. Я думаю, оно будет для многим полезно. Поставьте лайк, напишите комментарий, что вы думаете по этому поводу. Всем всего доброго, всем пока.